Друзья мои, всем привет! Вы на канале Мастер своего дела. Сейчас мы отдыхаем в Абхазии. Вы, конечно, там в привычном формате смотрите все мои видеоролики с приготовлением различных блюд и вкусняшек, заготовок в том числе. А сейчас мы идем в кафе, в столовую, в кафе. Я хочу вам показать, что мы здесь кушаем в Абхазии. Вообще больше моих интересных видео про мой отдых, про то, как мы здесь питаемся, ну, в общем, про все-все-все, вы можете посмотреть на моем блоговом канале. Ирина Баханова. Все просто. Если кто-то еще не подписан, подписывайтесь, я вас там уже жду. Ну, а сейчас мы идем в кафе, и я покажу вам, что мы едим. Так, друзья мои, вот такое меню здесь, где мы обедаем. Кстати, у меня на влоговом канале, на канале Ирины Бахановой, уже выходили видео из этого кафе. Там есть и другие заказы. То есть то, что мы кушали, можете посмотреть там. Ну а здесь пока просто смотрим цены. Мы сделали уже заказ. Сейчас ожидаем его. Так, мои дорогие. Женя заказала борщ. Это моя лапша. Куриная лапша с курицей. Аджика, гурманы, вкусное вино, не, я не пью, я не пьющий человек, я себе капучино заказала, очень-то приятно, но тепло. Цыпленок табака. А ты что, еще макароны заказывали? Да. Я не видела просто. А, ты решил цыпленка табака с макарошками. Можно я его поверчу покажу. Такая вот цепочка. В общем, приятный аппетит. Друзья, ну мясо сочное такое прям. То есть прям видно, что сочненькое. Интерьер кафе, в котором мы находимся. Мы еще не все убрали со столов, потому что люди только ушли. Друзья мои, я очень наелась прям хорошо. То есть нам в этом кафе нравится. Женя еще кушает, продолжает. В общем-то, вот так. Сейчас я вам покажу сумму, на которую выйдет наш обед. И все, что я хотела вам сегодня показать и рассказать. Друзья мои, вот такая сумма у нас вышла. 560 рублей. Наш обед.